приняли интересный заказ на базе антикварного механизма «Регинал». Приятная машинка достаточно, 15 рубиновых камней полностью на ходу, вы можете видеть, все, завод-перевод работает. Оригинальный эмалевый циферблат, и интересно, что корпус у этих часов 42 мм. С ними мы будем делать следующее. Сначала мастер часового дела полностью их разберет, снимет каждую деталь, каждый винтик. И после эти часы будут, точнее механизм, будет отправлен к скелетончику. Скелетончик возьмет фотографию и нарисует похожий рисунок на передней части часов этих. И параллельно мы начинаем вести работы по производству этого циферблата, предварительно сняв уже все нужные размеры и отправив их циферблатчику. Точно так же будет тут секундный круг расположен на 9, будут такие же крылья, и мы потом переходим к следующему этапу. Прелесть, прелесть. Какая спираль Брюгге, я не знаю вам, насколько видно, она прям аж... Синие, тут винты такие синие, 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 а спирали еще синие. Финишная полировка какая. Вот колесо как играет. Да, круто. Раньше делали, конечно, очень качественно. И заморачивались над деталями, над финишной обработкой. Это Германия, 1900 год, представляете? Это 120 лет этому механизму. И он до сих пор на ходу, то есть как качественно делали в то время. Смотрите, мы качнули его, и он пошел. Даже слышно тик, ход часов. Смазать, завести, и все, и в бой. Великолепный экземпляр. На этой машине мы можем сделать марияж, мы можем сделать кастомизацию, упаковать его. Практически готов этот механизм для того, чтобы отправили его на скелетонизацию. Мастер наш Евгений только что разобрал его практически полностью. Еще осталось камень снять и некоторые нюансы. Ну, пока я сделаю обзор, он выбежал, а я вам сделаю обзор. Короче, часы эти будут, точнее механизм будет отправлен к граверу. Поверх будет наложен рисунок. И по этому рисунку потом сделают гравировку или скелетон. Ну, тут, по-моему, скелетон будет. Точно, скелетон. Я вспомнил. Заднюю часть механизма трогать не будут. Но я думаю, что ее нужно покрыть чем-нибудь. Это будет или позолота, а, скорее всего, это будет именно и позолота. Потому что, если поставить, то есть он будет в этом корпусе. И если это будет никель, то он сольется. Скелетон должен быть выразителен и красив. Вот оригинальный циферблат есть. Мы его использовать не будем. Можем отправить в подарок. Или останется у нас. К корпусу. Корпусу будут припаяны крепления. Это специальные такие уши. По-моему, они будут. Да, точно. Они будут с этой стороны расположены. Есть у нас, кстати, фотки. Сейчас покажу вам. Опа. Вот такая, такая красота будет. Тоже с крыльями лонжинчика. Все, разберем. Да, разберем и отправляем. А потом покажу, что получилось.